Да? Алуська? Вот так, вот так, вот так. А тебе, Луська. А тебе, Люська. Виталий, аккуратно, потому что глаз можно выбить этой штукой. На резинке вот такая штучка, типа птичка. Красотулька. Дай. Да. Давай, перегрызи мне нитку. Давай. Ребятки, сейчас сделаю последнее видео с Аллочкой, потому что сейчас приедут ее забирать. Шикарную семью забирают. Двое людей уже на пенсии берут, нету маленьких детей. Пообещали мне сбрасывать постоянно видео. Вот. Будет жить она в прекрасной семье. У меня был супер кастинг, я вам честно хочу сказать. Огромный кастинг был, пока я выбрала, кому ее отдать. У меня ее хотели в разные города отправить, в разные страны, чтобы я отправила им. Вот, я выбрала людей отсюда и без других животных. Вот, с большой 4-комнатной квартирой. Так что вот так вот, ребята. Отдаю ее в идеальные условия уже. И была у них в квартире, все видела, знаю. Так что сейчас приедет их сын и заберет ее. Вот Белочку у нас тоже сегодня забрали утром. Приезжала женщина. Вот, забрала тоже ее, потому что у нее была кошка. 15 лет прожила, и уже 5 лет она говорит, я уже без животных. И говорит, так скучаю. И приехала, забрала. Вот, так что вот так вот, ребята. Все, отдаю сейчас Аллочку. У нас остается Милка в таком самом окрасе. Так что Аллочка стерилизована. Будет радовать людей еще очень долго. Она молодая кошечка, еще очень молодая. Вот, так что кошки, ну, считай, грубо говоря, 5 лет всего-навсего. Что это для кошки? Это ничего. А Белочке будет 20.06. Будет 3 года. Вот так, бух. Вот так она любит. Да. Она вот так любит лежать, чтобы ее так гладили. Со мной созвонился сын этих людей и сказал, хочу родителям взять. Вот. Если вы не будете против, там рассказал, что и как. Вот. Ну, я выслушала внимательно. Детей маленьких нету. Никого нету, считай, кроме... Вот, 2 пенсионеров. Так что Алуська будет делать им массаж и будет очень хорошо у них жить. Будут покупать ей еду, то, что она любит. Все, мы договорились, все обговорили. Так что, ребята, так, посажу ее сюда, чтобы было получше видно, а то внизу плохо видно. Она у нас такая массивная, 5 килограмм весом. Массивная девчонка. Так что, ребятки, я надеюсь, что будет все хорошо. Мне просто очень сильно дорого это все кормить. Я бы ее никогда в жизни не отдавала бы. Ни ее, ни Белочку. Но я не могу позволить себе просто все оставить. Я не могу этого позволить, потому что просто-напросто, насколько дорого сейчас это все содержать. А хочется, чтобы они получали достойное содержание, понимаете, как бы и питание, и все на свете. Вон, пожалуйста, вам шпагат. Вот. Я хочу, чтобы у каждого животного была хорошая, достойная, как сказать, пенсия, да, вот, ну, еще кошки молодые, до пенсии еще это далеко говорить, как бы, да, вот, ну, от Белочки всего лишь 2 года, 3-й год идет, это и 5 лет, 6-й год идет, то есть, ну, молодые животные еще, как бы, ну, хочется, чтобы они жили хорошо и с хорошим питанием, и все, как бы, куда ты пошла, иди сюда. Сейчас я палочку дам. А ну подождите. Тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин. Вот так. Вот так. Вот так. Поймала. Поймала. Включила он камеру. Видите, показывается у меня, кто подъезжает, кто... Сейчас уже ночь на улице. Ну как ночь? Не ночь. 6 часов вечера, 7 час. Включила камеру, сижу. Думаю, сниму. Я вам видео покажу. У меня есть очень много поклонников Алуськи, вот, которым она очень сильно нравится. Вот, ребята, так что я ее, ну, не выбрасываю куда-то, там не подумайте, ничего такого. Я ее отдаю в очень-очень хорошие, обеспеченные руки. Просто семейная пара, пенсионеры. Вот, живут с нормальной пенсией, могут позволить себе купить ей корм и все, паштетики, кормики, все они будут ей покупать, наполнитель, туалет. Но она им будет дарить свою любовь, будет им делать массажики, как она умеет. В общем, все будет прекрасно, я думаю, вот, дорогие мои. Так что, думаю, покажу вам ее напоследок, потому что это будет у нас такое, знаете, с ней крайнее видео. Не буду говорить последнее, но крайнее видео. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо. Все, ребятки. Вот так. Круть-верть. Круть-верть. Почухай, ты бы, почухай, ты бы, почухай, ты бы. Да. Да, 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 да. Такая подушка. Плюшка-подушка. Она дымявкает, слышите, она так крякает. Чудна такая. Все, ребяточки, в общем, вот такое видео было. Вот. В добрый путь нашей Алуськи, да, пожелаем ей, чтобы все было хорошо. Все, ребята, пока. Алуся. Друзья, сижу, смотрю видео. Мне девочка прислала, которая забрала у меня Белочку. Как она с ней вместе гуляется. Короче, спят на кроватях. И одна, и вторая. Мне еще фотографии сбросил парень. Вот это сын вот этих пенсионеров, которые у меня забрали Аллочку. Вот это Белочка, гляньте. Это вечер первого дня, когда у меня забрали кошку. Никуда она не прячется. Лежит на кровати. Смотрите. Ой, она ползуха еще та. Хорошенькая. Лыз-лыз. Сейчас другое видео открою, тоже покажу вам. Вот второе видео. Наполнитель, лоточек. Все как положено. Но в первые дни все должно стоять в одном месте. Лоток, еда, вода. Все должно быть в одном месте. Тут тоже еще тот карапупся. Белочка. Ой, я так переживала за Белочку. И знаете, у меня Алка, она такая прям вообще, она с рук не слазит. А вот Белочка, она такая своеобразная кошка. Она приходит на руки только тогда, когда она хочет. Вот. Так, показала вам Белочку. Сейчас я вам покажу еще Алуську в новом доме. Ну, видео нету, только фотографии мне прислали. Вот так вот. На подушечке, да. Она такое любит. Под пуховым платочком. Лежит на подушечке под пуховым платочком. Вот так вот. Вот. А и все. Это последняя фотография. Очень приятно. Знаете, я очень рада, что их взяли уже взрослые люди. Там, где нет деток, чтобы не тягали их не за хвост, знаете, чтобы за ними не бегали, не кричали. Ну, как дети все умеют, да, делать. То есть для меня это было очень важно. У меня был когда-то случай, я отдавала кошку, наверное, года два назад. У меня Ира была такая рыженькая кошка. Кто меня давно смотрит, наверное, помнит. Вот, у меня ее забрали в Киев. тоже хорошая семья, обеспеченная, все. Но у них ребенку 3 года. И вот эта девочка, она насколько кричала, прямо ультразвуком. Она прям пищала. Кошка у них, наверное, дней 5 просидела за диваном. Она только вылазила ночью в туалет, ночью покушать там. И все. И потом она мне говорит: Юля, что делать, я просто не знаю. Я же, говорит, думала, что она будет бегать там за малой хвостиком, а она прячется от нее. Но я с ней разговариваю по телефону, а ребенок орет. Он просто вот, ну как сказать, ну, она еще не разговаривала, у них в 3 года, но она просто пищала, кричала, топала ногами, шумела, тарахтела игрушками. Естественно, кошка, которая жила в семье, там, где нет детей, она ее перепугалась просто-напросто. Позвонила мне и говорит: Юля, у меня хотят ее забрать наши кумовья. У них дети взрослые, то есть они, ну, сами живут, можно ее отдать им. Я говорю: ну, если такая ситуация, ну давай. И потом мне с нового дома уже присылали фото, видео. Ну, они, когда началась вот эта полномасштабная война, они уехали в Канаду с мужем и забрали кошку с собой. Так что и Руська живет у нас в Канаде. Вот. Ну, а Луська будет у нас в Сумах, и Белочка будет в Сумах. Знаете, не хотела рисковать, куда-то отправлять. Вот, у меня Аллочку просили в Германию отправить, у меня Аллочку просили отправить и в Польшу. Ну, в общем, я говорю: не-не-не, такого стресса кошка не переживет, не надо. Вот, вот. Вот так вот, на подушечке, укрыта пуховым платочком. То, что она любит. Все. Моя сонечка. Вот, ребятки, немного я себя не очень чувствую, когда это делаю, когда отдаю. Вот вывожу с разведения, отдаю животных. Но такая ситуация. Не хочу, чтобы вы меня ругали за глаза, так скажем, да. Сказали: вот такая вот, попользовалась и отдала. Ребята, я нормально отдала. Я отдала с кормом их. Наполнителя дала много. Я сказала, что если будет какая-то проблема в кормежке, я всегда помогу. Отдавала людям обеспеченным, так что я надеюсь, что все будет хорошо. В обиде мои животные не будут. Ни на меня, ни на людей, которые их забрали. Вот. Так что уже, наверное, раза 4 пересмотрела вот это видео. Чувствуют они себя, видите, хорошо. Если было бы что-то не то, то они, ну, сидели где-то там за диваном, где-то в уголку, знаете, забитые. Нет, так себя кошки ведут, когда им комфортно. Вот. Вот, дорогие мои, так что не обвиняйте меня, у меня это моя работа. Вот, и выводить с разведения — это нормально. И любая работа, она должна все-таки приносить прибыль. Мой питомник по расходам, это, друзья, получается 1000 евро в месяц. Продажи сейчас очень плохие стали. Кое-кого еще буду стерилизовать, раздавать. В общем, вот так вот. Оставляю только тех животных молодых и очень-очень качественных. По породным качествам оставляю. Не по характеру, а по породным качествам. Вот. Ну все, такое было видео. Все, всем всего хорошего и пока.